связи с празднованием Нового года на столичной набережной уже сегодня с 10 часов вечера и до 3 часов дня 1 января будет закрыто движение транспортных средств, исключая транспортные средства со специальными пропусками. Ограничения будут действовать на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, на участке Полю Гата от набережной 11 ноября до улицы Пилс, на участке Бископа Гата от площади Гердера до набережной 11 ноября, а также на прилегающих к набережной 11 ноября параллельной улице со стороны Старой Риги, от улицы Явноела до Бископа Гата и до Полю Гата. В указанный период времени будет организовано движение в двух направлениях: на участке улицы Пилс от Полю Гата до Домской площади и на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Якоба. Ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на набережной 11 ноября и на прилегающих к набережной 11 ноября параллельной улице со стороны Старой Риги между Бископа Гата и Полю Гата будут введены уже с 10 часов вечера сегодняшнего дня.